Собака напала на ребенка. Инцидент произошел в редукторном поселке Махачкалы. Видео получило широкое распространение в соцсетях. Мальчик был доставлен в ближайшее медучреждение с ранами на лице и руках. Если бы не своевременно подоспевшие взрослые, неизвестно, чем бы все закончилось. Между тем, в столичной администрации сетуют на недостаточный объем финансирования, выделяемый на борьбу с безнадзорными животными. Средняя стоимость отлова, стерилизации и 10-дневного содержания и вакцинации от бешенства составляет 7287 рублей. При этом средства от комитета по ветеринарии были перечислены 11 февраля. 15 февраля объявлен конкурс на проведение мероприятий по сдерживанию роста популяции, то есть стерилизации и вакцинации безнадзорных животных. Органам местного самоуправления, согласно 37-му закону Республики Дагестан, переданы государственные полномочия Республики Дагестан по организации и проведению мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории соответствующих муниципалитетов. На реализацию этих полномочий средства предусмотрены только частично, только на стерилизацию и кастрацию. Полномочия по другим видам обращения с животными без хозяев не финансируются. Как быть с агрессивными, больными, в том числе имеющими признаки бешенства животными? На эти вопросы от Комитета по ветеринарии Республики Дагестан мы не получили ответа. С аналогичными проблемами сталкиваются не только махачкалинцы, они актуальны и для других муниципалитетов республики. Но выработанного системного механизма решения данного вопроса Комитет по ветеринарии пока не озвучивает.